Друзья, всем привет! Сегодня мы выбрались на водоем половить хищную рыбу. Этот водоем нам неизвестен, до этого был ранее. Мы вообще приехали, тут вот такой вот густой туман, вообще неизвестно, куда, что подъезжать. Просто нашли место, где спустить лодку, спустились и начинаем ловить. Ребят, мне звонит телефон, и я цепляю камеру на грудь и буду снимать. Смотрите видео. Так, ну все, друзья, я закрепил камеру. Начинаю съемку, тут тоже некоторые человеки на лодках. Ну, в ту сторону, да, куда им стоять? Да, тут покидаю тоже. Развернусь. А, главное, не убиться. Вот тут есть интересные места. Я думал вообще в ту сторону поплыть, Андрюх, если он там есть где проплыть. Андрюха ловит на джиг. Я опять же ловлю на воблер. Пока начну с моего любимого. Ну как любимого, который больше всех ловил пока что на данный момент. Там посмотрим. Главное не ударить спиннингами, Андрюх. Красиво очень погода. Мы прям выехали 6:20 где-то. Вот. И думали, приедем к рассвету, а на самом деле из-за такого тумана мы прям вовремя приехали. Как раз выходит солнышко, уходит туман. И мы надеемся на удачу, как обычно. А там уже как получится. О, почти до камышей таким. Отлично. Нам даже якорь сегодня не надо. Ветра вообще нету. Что ты там? Андрюха конкретно намерен поймать судака, а я намерен поймать хотя бы что-нибудь. Сейчас рассветет, посмотрим вообще, что за место. Потому что вообще неизвестно вообще, что за место. Мы просто ехали по дороге и решили половить конкретно здесь. Неизвестно вообще, здесь есть кто-нибудь. Были места, где, в принципе, я знал точно, что рыба есть, но она маленькая. Мы решили, опять же, углубиться в ловлю крупной рыбы и начали искать неизвестные водоемы. Есть. Вот, друзья, первая рыбина. Отлично. Ох ты, хорошая какая гадина. Кто это у нас тут, а? Все, судак. Не, щука. Давай, Андрюха, схватишь ее. Вот такая щука. О, началась рыбалочка, да? Первая рыбка есть. Ну что, не зря приехали уже. Я обловился уже. Есть повод выложить видео. Друзья, ставьте лайки, смотрите до конца. Возможно, невозможно, 100% будет еще интересней. А эту гадину мелкую зубастую мы, скорее всего, отпустим. Она нам нафиг не нужна, у нас таких гадин зубастых просто валом бывало. Ай, а, скотина. Вот она уже сама отпустила себя. Так, вот такая мелкая гадина. Иди. Все, ушла. Воблер, опять же, видите, друзья, мой сработал. Сейчас я ручки сполосну. Так, сейчас я вам покажу воблер. Вот, смотрите. Вот этот воблер. Вот, хорошенький. Поищу, где-то я его заказывал, возможно. Оставлю на него ссылочку. Переходите и заказывайте себе тоже такой. Ну, это не размер, да, Андрюха? Таких мальков мы не берем. По-любому, я хочу с этой стороны заплатить. Это КамАЗ где-то там по дороге, да? О, ты слышал? Так, нам лодку не надо, вот этой воды. Друзья,
друзья, настало время завершать нашу рыбалку. По итогам могу сказать то, что была поймана вот мной одна щучка, и Андрюха еще поймал одну щучку. Исколесили мы всю реку здесь вдоль и поперек, и вот такой вот всего лишь результат небольшой. Но все равно ушли от нуля. Результат, конечно, не порадовал, но отлично провели время на воздухе. Вот мой коллега меня не поддерживает в этом. Ну, поспрашивали у других, кто тоже выходил на лодки, у некоторых либо вообще ноль, либо там одна. Хотя вот с берега у двоих парней вообще неплохо получалось, отловились. В принципе, все на этом сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. И всем пока!